Всем привет, друзья! Предлагаю сегодня вместе с нами поиграть в замечательную игру вместе с нашим любимым щенячьим патрулем. Ну что же, давайте поскорее начнем. Итак, вот наши щенки уже поднимаются на базу к Райдеру. И готовятся к предстоящей миссии. Ну же, Райдер, рассказывай, что нужно сделать сегодня. Наши овечки попали в ловушку, а вернее, наш мост разрушился. Его необходимо починить, чтобы они пробрались домой обратно на ферму. Отряд щенков к делу готов. Итак, сейчас мы будем играть за Скай. Прыгаем, собираем косточки и обходим все препятствия. Запрыгиваем на крышу. Тянем нашу веревочку, чтобы открыть ферму. Прекрасно, дверь открыта. Двигаемся дальше. Прыгаем. Запрыгиваем наверх. Открываем наши крылья и взлетаем. Посмотрите, как она ловко прыгает и справляется с заданием. Отлично, здесь все косточки собрали. Идем дальше. Внизу ничего нет. Забираем медальку. Снова запрыгиваем наверх. И давайте пройдемся еще внизу. Целых 4 косточки притаились. Прыгаем. Забираем водоворот косточек. Последняя, куда же ты от нас убегаешь? Прыгаем дальше. Запрыгиваем наверх. И снова наверх. Ну что же, а теперь давайте полетаем. Открываем оборудование. И полетели. Забираем все косточки и стараемся облетать облака. Ускоряемся. Также облетаем чаек, чтобы их не потревожить. Летим дальше.
Забираем монетку. Ускоряемся. Осторожненько всех облетели. Собираем косточки. Осторожно обходим чаек. И снижаемся. Отлично, прилетели. Давайте заберем косточки, которые здесь летают. И монетку. Все 100 косточек собраны. Внизу ничего нет. Давайте попросим наших друзей щенков, чтобы помогли нам расчистить дорогу. Большое тебе спасибо, гонщик. И идем дальше. Ну что же, вот такое вот сегодня у нас было прохождение. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч. Всем пока. We are about halfway to the end.